Здравствуйте, в эфире новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Каким запомнился этот день в репортажах наших корреспондентов? Сегодня в выпуске. Около 3 миллионов рублей жители селения Ичичали Хасавюртовского района за счет своих средств ремонтируют дороги. Паллиативная медицина, развитие и становление в Республике Дагестан. Докторы и кандидаты наук, ведущие специалисты медицинских учреждений Московской области и Ставропольского края поделились опытом со своими дагестанскими коллегами. Ну и как всегда, дагестанские борцы лучшие в мире. С золотыми и серебряными медалями они возвращаются на родину. Об этих и других событиях подробнее в наших сюжетах. В Дагестане обсудили вопросы, связанные с оказанием паллиативной помощи. Мероприятие посетили врачи-онкологи, педиатры, терапевты районов и городов, а также члены республиканских медицинских учреждений. Подробнее Лариана Шамхалаева. Всеобъемлющая помощь пациентам, для которых возможности радикального лечения ограничены или практически исчерпаны. Лекция на тему «Паллиативная медицина. Развитие и становление в Республике Дагестан» собрала известных врачей в конференц-зале Министерства здравоохранения. Доктора и кандидаты наук, специалисты медицинских учреждений Московской области и Ставропольского края поделились опытом со своими дагестанскими коллегами. Врач не может сказать, больше мы для вас ничего не можем сделать. То есть мы должны обязательно помочь больному, даже если не осталось никакой надежды. Основа паллиативной поддержки, по словам специалистов, адекватное обезболивание. Спикеры надеются, что в Дагестане проблемы с выпиской наркотических анальгетиков вскоре останутся в прошлом. В течение десятков лет у руля этой проблемы стояло не здравоохранение, а наркоконтроль. И врач... И вы, наверное, знаете из прессы, из телепередач многочисленные истории, как врача, который пытается помочь больному и обезболить, иногда наркоконтроль наказывает. Над врачами висит это вот многолетнее давление, что наркотики нужно назначать в исключительнейших случаях, уж когда делать нечего, когда уже больной на стенку висит. А ведь это не так. О том, как обучить педиатров и родителей необходимым навыкам оказания правильной поддержки ребенку, не причиняя боли, и сделать жизнь маленьких пациентов комфортной, рассказал детский гематолог и онколог Алексей Пшонкин. К сожалению, все равно еще нету такой волшебной, как это называется, да, там мази или какого-то сиропа, которому дашь ребенку, и он 100% вылечится. Мы не можем дать гарантии 100% излечения. Можем сделать все, чтобы ребенок вылечился. Да? Но все равно какая-то часть больных вокруг любого специализированного отделения, онкологического или гематологического, есть пусть небольшой, но пул больных, которые неизлечимы. Он с каждым годом становится все меньше. Мы больше понимаем, больше знаем про онкологические болезни. К слову, сегодня во многих странах создаются общие информационные базы людей, нуждающихся в паллиативной помощи. Лариана Шамхалаева, Нурмухамад Мухамадов, телеканал ННТ Махачкала. Места купания, их обустройство и пригодность для отдыха были проверены спасателями Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы. Цель мероприятия – осмотр, проверка работы спасателей, рекомендации отдыхающим касательно безопасного отдыха на воде. Подробнее о профилактическом рейде расскажет Хатиджа Курбанова. Сотрудники МЧС объяснили отдыхающим основные правила безопасного поведения на воде. Спасатели-водолазы продемонстрировали ход собственной работы. Не могла остаться без внимания информация, распространившаяся в социальных сетях о водолазах, которые якобы специально уносят людей под воду с целью получения вознаграждения от родственников погибших. Арсен Саадуев, спасатель-водолаз первого класса, развеивает городские легенды. Я работаю в этой службе, машинным спасателем, уже 19 лет. 1999 года. И еще с тех же пор все эти разговоры, то, что вода затопит по поводу этого, всегда были. Наше Каспийское море не такое привлекательное для водолазных спусков. Если вода зайдет в море, он потеряет ориентировку под водой, потому что видимость, в данный момент я нырнул, полметра видимость, а бывает и нулевая, во время шторма вообще нулевая видимость. И вода заболтает, невозможно. Поэтому мы выходим по страховому концу. И любой купающий заметит водолаза, если он увидит рядом спасатель, на веревке стоит, значит водолаз работает.
ходе рейда выяснилось, что спасательные формирования работают успешно, готовы в нужный момент прийти на помощь, чего не скажешь о любителях морского отдыха. В зону внимания спасателей попали ребята, которые прыгали в воду прямо с катамарана, а также любители заплывать за буйки, что категорически запрещено. Опыт подсказывает, что люди совершенно слабо оказывают помощь и зачастую стараются помочь кому-то друг другу, но неправильно оказывают помощь. Тут главное быстро, вовремя и грамотно оказать первую медицинскую помощь. Аттестованные спасатели и медицинский работник – неотъемлемая часть современного пляжа. Но многое требуется и от самих отдыхающих. А именно купаться только в разрешенных местах и в трезвом состоянии. А всех родителей не отпускать своих детей купаться в море без собственного надзора. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В селении Ичичали Хасавюртовского района активно ведется ремонт дорог за счет средств, собранных жителями села. За несколько дней уже заасфальтировано 4 улицы общей протяженностью около 1,5 километров. Уже все жители Ичичали изъявляют желание поучаствовать в общем благом деле и намерены благоустроить дороги на всех проезжих участках села. Жители Ичичали не стали ждать, пока кто-то решит проблему с дорогами в селе, и взяли инициативу в свои руки. Идея собрать деньги на ремонт проезжей части у ичичалинцев возникла в месяц Рамадан. Еще перед праздником Ураза-Байрам джамаат села решил, что вместо того, чтобы тратить огромные деньги на праздничный стол, лучше сэкономить и направить их на нужное дело. Мы в основном начали асфальтировать улицы, начали с тех улиц, по которой больше всего пешеходы идут в сторону мечети. В сторону мечети, так как, значит, в пятничный день все старики, все, весь молодежь села, в основном старики, для них было очень трудно передвигаться по этим дорогам, было очень много ям, вот они были пришедшие в негодность, поэтому решили дороги, по которым основной поток населения идет в сторону мечети, решили устраивать сперва эти дороги. Каждый житель села Ичичали внес весомый вклад в ремонт дорог. Результат совместных усилий уже налицо. Трасса шириной в 15 метров и толщиной асфальта в 10 сантиметров готова теперь выдержать любые испытания. На всю работу, по словам жителей села, ушло около 3 миллионов рублей. Изначально все говорили: о, мы не сможем, у нас деньги не хватит. Вот уже по своим улицам уже народная эта самая инициатива поднялась. И собирают кое-как деньги, находят, кто скот дает, кто займы берут, отдают. Очень даже надеюсь, что последующие года тоже продолжат вот эту инициативу. Но проделанная работа, как утверждают ичичалинцы, это еще не предел. И уже в ближайшее время они планируют уложить асфальт на всех дорогах села. Абдулла Алиев, Ариф Назербеков, телеканал ННТ, Ичичали. Ну а теперь краткий обзор событий от Абдуллы Алиева. Вступил в силу закон, защищающий интересы участников долевого строительства. Дольщикам будут компенсировать до 120 квадратных метров жилья, приобретенного по договору долевого строительства. Исключение составляют многодетные семьи. Владельцу больших квадратов или нескольких квартир компенсировать все расходы не будут. Поэтому таким дольщикам выгоднее, чтобы долгострой был завершен. В Дагестане на карточку покойника пенсионный фонд перечислил 1 миллион рублей. Прокуратура Агульского района направила в следственные органы материал по факту перечисления пенсионных выплат на расчетный счет умершего гражданина. В ходе проверки установлено, что отделение пенсионного фонда по Агульскому району продолжало перечислять пенсионные выплаты на жителя села Худик, умершего в декабре 2013 года. В Дагестане заготовлено 944 тысячи тонн грубых кормов. В аграрном ведомстве заявляют, что за последние годы в Дагестане стали уделять особое внимание кормопроизводству. Ведь для того, чтобы вырасти здоровый скот, его нужно обеспечить, особенно в зимний период, сбалансированным питанием. Для этого аграрный регион делает на зиму значительные запасы комбикормов, сочных кормов и бобовых. Некоммерческие организации Дагестана получили президентские гранты на сумму более 11 миллионов рублей. Дагестан вошел в топ-10 регионов с лучшим соотношением количества победителей конкурса, количеству допущенных до экспертизы проектов. От республики на президентские гранты было подано 24 заявки. Лишь 7 некоммерческих организаций стали победителями конкурса.
Ну а теперь новости спорта. Две золотые медали завоевали дагестанские борцы в первый день молодежного первенства мира. Соревнования в эти дни проходят в финском городе Тампере. На высшую ступень пьедестала поднимались махачкаленец Абдулахмедов и хасавюртовец Шамиль Мусаев. Оба наших вольника одержали по 4 победы. В финале представителю столичной детско-юношеской средней школы номер 3 потребовалась лишь одна минута, чтобы капитулировать американца Митчелла Маки. Добавим, что Ахмедов месяцем ранее был бронзовым призером первенства Европы. Все свои поединки на пути к чемпионству в полутяжелом весе Шамиль Мусаев завершил заявным преимуществом. В решающей встрече хасавюртовец был сильнее грузинского вольника Гиви Мачарашвили. Из дагестанских легионеров отличился представитель Узбекистана Иса Шапиев, завоевавший серебряную медаль в весе до 74 килограммов. На родину в Дагестан продолжают возвращаться спортсмены, успешно выступившие на Сурдоолимпийских играх. Эти соревнования проходили в конце июля в Турции. Обладателем серебряной награды стал наш тэквондист Шамиль Исаков. Чемпион России и Европы Шамиль Исаков в весовой категории до 80 килограммов выиграл у трех соперников, в том числе и у хозяина соревнований, чемпиона мира. В финале Шамилю противостоял корейский спортсмен. Атлет из страны родины тэквондо оказался сильнее Исакова, вырвав победу, проигрывая по ходу поединка. Поддержать представителя столичной спортшколы номер 3 клуба «Чемпион» прибыли все небезразличные к его успеху люди, переживавшие за Шамиля всей душой. Это многочисленные родственники и друзья, среди встречающих также именитые наставники, представители Минспорта Республики, президент Федерации тэквондо Республики Дагестан Алибек Сулейманов и руководство Гумбетовского района в лице Хаджимурада Магомедова. Тэквондо – олимпийская дисциплина. Большую работу в помощи оказывает, конечно, проведение спортивных соревнований Министерства спорта. Каждый день вот с игр в Турции приезжают наши чемпионы, и они очень хорошо встречают. Ну, в первую очередь хочу поздравить его тренера, родителей, которые воспитали Шамиля. Радости встречающих не было предела. Победу праздновали прямо в аэропорту. Вместе с виновником торжества танцевали лезгинку. Затем Исакова с ликующими возгласами подкидывали в воздух. Курбан Рагимов, Диана Амирахмедова, телеканал ННТ, Махачкала. К концу выпуска курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 58 копеек, евро 71 рубль 68 копеек. На этом у нас все. Более подробно вы можете посмотреть нас на сайте nnttv.ru. Оставайтесь на нашем канале.